Просто немножко проиллюстрировать наш процесс. Вова пишет мелодии, потом он их скидывает мне, потом он мне говорит, как она называется. Это занимает какое-то время. Я на эту мелодию пишу слова. Вот это начало этого процесса. Он сделал мелодию, прислал, мы ее с гармошкой обработали. И после этого чудесного мероприятия в этом месте к ней придут слова. Эта песня будет называться «Разговор».